Монета 1 рубль 1998 года. Московский монетный двор. На реверсе монеты прописан номинал, крупная цифра 1, смещенная влево от центра. Под ней одной горизонтальной строкой обозначено название денежной единицы, надпись «Рубль». Слева внизу и справа растительный орнамент. В правой части представлены в виде ветви с листьями и бутонами. По окружности виден четко выраженный кант. На аверсе развернутом клеится на 0 градусов, то есть соотношение сторон медальное. В центре поля монеты отчеканен знак Банка России, двуглавый орел с опущенными крыльями. Под геральдической левой лапой орла, то есть правой со стороны наблюдателя, отчеканены мелкие стилизованные буквы ММД, знак Московского монетного двора. Под орлом одной горизонтальной строкой обозначен номинал и название денежной единицы, надпись 1 рубль. Ниже под горизонтальным разделителем в виде двух разнонаправленных линий с точкой посередине отчеканена дата 1998, дата выпуска монеты, чеканки ее. Над орлом полукругом вдоль канта выпуклыми буквами надпись «Банк России», обозначение названия эмитента. По окружности виден четко выраженный кант. Гурт монеты рубчатый. Изготовлена монета из медно-никелевого сплава. Магнитными свойствами монета не обладает. Вес монеты 3,25 грамма. Диаметр 20,5 мм. Толщина 1,5 мм. Средняя цена монеты, отчеканенной на Московском монетном дворе неизвестным тиражом, на сегодняшний день 2 рубля. Монета имеет разновидности. Если знак Московского монетного двора расположен ниже к лапе орла, дальше от лапы орла, такая монета стоит в 10 раз дороже, то есть в среднем рублей 20. Самая дорогая разновидность монеты отличается широким кантом на реверсе. То есть вот этот кант широкий и вот этот завиток прямо касается канта. Здесь немножко расстояние, вот, а там касается канта. Сейчас покажу до рисунки. Вот перед вами рисунок. Широкий кант на реверсе. Завиток касается канта. Завиток расположен на 2 часа. Такая монета стоит 1000 раз дороже. Примерно 2500 рублей.